Судя по таким комментариям, у меня иногда складывается впечатление, что вы, русские, нас, казахов, к украинцам просто ревнуете. Из-за того, что мы их поддерживаем. А потом, какие вы нам братья? Какие вы нам сестры? Вы о чем? У нас с вами разная культура, разная религия, разные языки. И внешне мы отличаемся от вас. Вот вы заигрывали с понятием братства и сестренничества, а потом взяли и напали на Украину. А ходили к ним в гости раньше, да? Семьи заводили с украинцами, а потом пришли к ним с войной и оружием. Какие вы, братья? Вы недоумки, людоеды. А Украину вы как ревнуете к Европе, знаете? Россия, в моем понимании, это вот старик такой, знаете, у которого уже ниже пояса ничего не фурычит, а Украина молодая красивая женщина, которая еще в самом соку. И вы такие, знаете, да не достанешься же ты никому. У вас с головой не все в порядке. Россиянам сейчас никто не братья. Понятно вам? Слава Украине!